Откровение читера, слышали, да? Блин, 105-й там. 105-й в кустах стоит. Вон он. Чисто сгадим. С тундрами. Со всякими играю. Блин, сейчас еще. Ты с тундрами играешь? Ну вообще, да, играл. Все с ними играют. Ты что, белая ворона, что ли? Карты целевые, теперь поймена. Цель пустя. Ну, сейчас я что на них качну. Уже неудобно. Как тебе? Шайтан, там всякую ерунду устанавливает. Стволы куда с моря. Ну, короче, ерунда полная. Мне бы кустов поменьше, остальное мне не надо. А ты ничего не ставишь? Не, я всю жизнь без читов играю. Я на любой игре, я даже на Тетрисе без читов играю. Я смысла не понимаю. Вот в чем смысл? Ну, видишь, все читерят. Все, да, все. Ну... Бессмысленно. Я играл в Warface, нет? Не. Там вообще беда. Что в Батлике я упал, что в Warface он стоит в углу с гранатой, а на другом конце там карты другие, а гранаты там подыхают. Ну, блядь, тоже пиздец. Там продают эти аккаунты. Также и здесь такие же. Не понимаю смысл читера. Ну, я не знаю, зачем играть тогда, если ты читеришь? Что, вообще тогда не играть? Да. Ты же как бы свои способности, или как ты, что ты хочешь тут? Выиграть чисто. Хорош. Арта, кстати, не он вообще. Откровение читера, слышали, да? Так вот все. Мне кажется, это просто как бы ты думаешь, что все это читерят, а на самом деле нет. Да не, тьма ведюха и вообще людей. У меня знакомые, кто играет. Я не знаю. Трое из десяти, наверное, ничего не используют, то потому что там колхозники. Прям. То есть ты думаешь, не юзает читы, только ленивый? Ну, не знающий, может быть. Я там корешку ставил, короче, а у него комп не везет. Он говорит, конечно, удобно, говорит, но играть невозможно. Ты бабосы платишь еще за это? Не-не, там бесплатно. Вот спик, там бесплатно все. Братан у меня покупает 100 рублей в месяц. Не 100, 90 рублей в месяц. Он, да. Там шайтан, короче. Ты ему задаешь, он может по густам стрелять, по бакам. По всем таким этим. Ты даже целиться не надо, там просто ездишь. Там цель захвачена, он сам захватывает, потому что ты ему выставишь. Нормально. Ну вот ты представляешь, ты против таких играешь, блядь,
стараешься, свои умения какие-то показываешь, а он сидит, пивко попивает, хихикает, за 100 рублей морд купил. Блять, я еще никого не попал. Да у меня тоже не летит что-то. Вот сейчас нормально залетело, так обоим там. Нужно баня, я как его? А вот тут еще одна арта стоит. Вон ник его. Ник, пожалуйста. Только свалился, ничего не сделал. Ай, бат поехал. А ты всегда так откровенничаешь незнакомым людям, что у тебя читы? Да мне наплевать. Для меня эта игра ничего не стоит. О чем не будет? Не, ну, бан, перманент же. Вообще, вот эта игра я